Самый престижный краевой конкурс стал своеобразным подведением итогов летнего и пляжного курортного сезонов. Подтверждением тому, что в Сочи он прошел успешно, стали и награды местным предприятиям санаторно-курортного комплекса. Пока остальные курорты Краснодарского края только переходят на круглогодичный режим работы, Сочи уже подтвердил и это звание. Поддержать городских лауреатов конкурса лидеров туриндустрии края приехал и глава города Сочи Анатолий Пахомов. Это стимул для всех профессии санаторно-курортного и туристического комплекса города Сочи. Естественно, что среди тех лауреатов и победителей много сочинских руководителей, много сочинских специалистов. Это, конечно, говорит о том, что в Сочи большой потенциал и качество услуг с каждым годом все растет и растет. Лучший работник службы приема и размещения гостиницы, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму, лучший экскурсовод, лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность, лучший пляж и лучшее средство размещения. Во всех этих номинациях сочинцы заняли призовые места. Это и Югспорт, и оздоровительный комплекс Дагомыс, Спутник, Камелия, санаторий Заполярье. Последний отличился сразу в двух номинациях. Я очень рад, что заслуга этих людей, работников санатория была отмечена. Это для нас первый Олимп. Да, до этого мы следили за Олимпом, готовились, подтягивались, улучшали свою инфраструктуру. Поэтому очень рада, что в конечном итоге это было не напрасно сделано. А вот «Спутник» подтвердил свое лидерство. Этот оздоровительный комплекс – ежегодный участник краевого конкурса. И, кстати, победитель самого первого курортного Олимпа, который состоялся в 2005 году. В крае получить награду гораздо сложнее, чем, допустим, в каких-то даже всероссийских, потому как тебя не знают, а здесь ты на виду. Все твои достоинства, недостатки знают все. И отдыхающие, и гости, и сотрудники, и горожане, и, соответственно, руководство, которое тоже видит нашу работу. Ну, это очень такой вот сложный путь для получения курортного Олимпа. Подведя итоги лета, санаторно-курортный комплекс Сочи строит планы на зимние. Продажи идут активно, отмечают туроператоры. Найти свободные номера на новогодние праздники уже проблематично. Такого результата удалось добиться в том числе и благодаря презентациям круглогодичного Сочи в регионах страны, которые лично проводит мэр города. Инга Габейша, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.